Я могу сказать цифры, которые можно суммировать и можно взять из каких-то возможных понятных данных. Сегодня в Крыму задержанных заложников Кремля более 20 человек. Это число увеличивается, и особенно сейчас, практически ежедневно. По информации, которую мы имеем от Ирины Геращенко, на временно оккупированной территории содержится около 150 человек. На территории самой России тоже порядка 30 человек. Итого я понимаю, что 200 человек, героев, находится сегодня на временно... Извините, не перебиваю, просто хочу проанонсировать. Ирина Геращенко буквально с минуты на минуту присоединится к нашему разговору. Мы ждем ее. Более 200 человек сегодня ждут на такую же судьбу, как его Надежда. Мы очень надеемся, что всеми методами, и как сказала Надежда, санкции, давление и продолжение жесткого отношения к России, эти дети тоже будут скоро дома.